Всем привет! Добро пожаловать в передачу «Как не усложнять себе жизнь и не царапать магнитолу ножами». Ну, самый простой способ – это купить вот такие вот родные ключики. Если нет, раздобыть дома какую-нибудь скидочную карточку или какую-то пластиковую карту. Из нее при помощи ножниц необходимо вырезать 4 вот такие полоски. Просто угол примерно 45 градусов. По ширине чуть-чуть уже вот этих прорезей. И потом просто вставляем. Так, первая зашла. Вот оно чувствуется, когда пружинка внутри отжалась. Вторая зашла. Третья. Вот тут у меня всегда есть родным ключиком немножко неудачно. Там усик чуть подогнут. О. И последнее. Немножечко пошатали из стороны в сторону. Ну, тут две руки необходимо. Сейчас попробуем продемонстрировать это. Так, устанавливаем каким-то образом телефон. Просто раз. Все, магнитола извлечена. Все намного проще, чем кажется. И вот прекрасно видно, если сфокусируется, как вот эта пластиковая полоска давит на родной вот этот вот усик. Но одной рукой я не вытащу, потому что она закусывает. Как-то так.